Там сцена была поменьше, правда, мы ее сами смонтировали. А народ стоял и туда в улицу уходил, на Матросском бульваре вообще не пробиться было. Ну, фотографии обошли все средства массовой информации мира. Россия! 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 Почему все началось 23 февраля? Я тот человек, который возглавил сопротивление у последней черты, я бы сказал так. Это реально так было. Понимаете, начал не я. Начал, не знаю, там, Ельцин в 91-м году. Или там Хрущев в 54-м. Вот когда мы пришли 23 февраля на этот митинг, все усеяно людьми. И вот такая вот энергетика, такая волна идет. Вот я совершенно точно, я припугнулась. Потому что я поняла, что этих людей назад не вернешь. Вот как бы ни разворачивались события, они назад, вот в ту жизнь, в которой они были, они не вернутся. Чего я все начал? Я начал тогда, когда уже вариантов не было других. Чалы, 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 чалы. Он это все как бы не побоялся, находился, скажем, под ударом. Вот. И он первый пошел. И когда мы поняли, что народ поддерживает, мы тоже это дело поддержали. Да, за этим пошла историческая развилка, которая еще непонятно чем закончится. И совсем не факт, что другая развилка была бы лучше. За человека, которого мы избрали Голодской Горовой, Чалова Алексея Михайловича, прошу поднять руку, кто за. У меня было ощущение, отпустило. Вот теперь будет все хорошо. Теперь мы выстоим. Теперь пусть мы будем сражаться там или бороться, я не знаю, как угодно, но отпустило. Вот этой тревоги, вот она ушла. Вот фотография, на которой только лес рук. Вот это мы за. И, кстати, вот тогда 35-я батарея и показала себя. Потому что именно тогда, когда Алексей Михайлович вышел на площади, и когда все знали, что вышел на площадь тот человек, который построил 35-ю батарею, ну, воссоздал ее, да, вот это было то решение, после которого люди просто вздернули руки вверх, проголосовали, и все закончилось. Точнее, все началось. Я не знаю, может быть, вы когда-либо видели севастопольцев в тот момент, когда играется гимн города? Видели лица, глаза, как они поют. Они поют не так, как поют некоторые политики, прикладывая руку к сердцу. Они каждое слово из этого гимна, для них оно овеществлено, то есть оно живое. Вот эти потерянные 23 года, они вдруг нашлись. Во время вот этих вот событий, которые назвали потом «Русской весной», когда вдруг ты поймал себя на том, что это то же самое ощущение вот тверди под ногами, что ты понимаешь, кто ты, что ты понимаешь, откуда ты, и ты понимаешь, что за тобой общность людей, которые думают так же, как ты, хотят того же, чего ты хочешь. Может быть, это и есть ощущение страны, я не знаю. Вопрос этот не для того, чтобы кого-то там, многие не понимают в чем-то смысл. Смысл это в чем, чтобы это все сколыхнуть, чтобы люди задумались. Ну хорошо, ну вот мы пришли, ну флаги подняли, ну ура. А дальше-то что? А дальше, как говорится, должен быть лучший город Земли. Вот я так вижу. Я думаю, что это как бы бриллиант России. Это вот бриллиант, по-другому никак, Севастополь. Вот мы можем вдруг, может быть, лет через 5 пройти, спокойно гуляя по красивой набережной, и
это будет отдельная вот просто такая достопримечательность Севастополя. Прогулочная набережная. Вся береговая часть, да, все будет соединено, никаких не будет преград, заборов, никаких жутких строений. А здесь будет прогулочная, единая набережная. Это должно быть единым, красивым комплексом. То есть там, где человеку должно быть удобно спуститься или посидеть, там все должно быть сделано супер. Но его глаза должны видеть вот эти фрагменты старого Севастополя. Потому что если это будет утрачено, это будет все новодел, совершенно не будет Севастополя. Знаете, мне больно за тот город, который я знал. И мне больно еще и потому, что люди, которые выросли в Севастополе вот за последние там 20-25 лет, они тот город не знают. Им сравнивать не с чем, понимаете? Они говорят, ну это ж нормально, вот такие дорожки разбиты, да, вот трава высохшая, да, вот деревья сухие, да, вот там Малахов курган зарос кустарником. Ну ничего страшного, они понимаете, они присмотрелись к этому, они к этому привыкли. А я помню тот белый город, который чистили специально к праздникам, чтобы он выглядел белым. Вот, ну вот, вот этого я хотел бы достичь в Севастополе. Почему такой контраст был в 80-е годы между Севастополем и Москвой? Да он просто на две головы выше был с точки зрения общей организации дела. Вот ты как горожанин ощущал себя в другой цивилизации. Грязи нет, людей пьяных нет. Никто там не толкает друг друга, не бежит, бумагу не бросает на улице, ну не может. Совершенно другая цивилизация. Поэтому этот вопрос не только климата. А потом это наоборот все стало происходить. Москва становилась лучше. А в Севастополе, наоборот, шла деградация постоянно. И архитектурная, и социальная, к сожалению. И вот это было тоже больно наблюдать. Если можно все изгадить, наверное, можно и все возродить. Должен быть нарисован график, в моем понимании. Но я, может быть, так говорю утрированно. Вот мы закончили как бы возвращение Крыма, а дальше график. И каждый день должно быть лучше, лучше и лучше. Понимаете? То есть вот день прошел, сделали лучше, еще день, еще лучше. И такой график, да, бриллианты, как я сказал. Понимаете? А у нас пока вот есть определенные такие вот, как бы, не то чтобы сомнения, а опаска. Вот подъем был, люди как говорится, в едином порыве. Они были готовы всем дать кирпичи и значит, эти самые цемент, они бы город новый бы строили бы уже. Вот. Сейчас немножко это как бы вот идет осознание, что это такое, что же дальше. Вот, то, что занимается Алексей Михайлович, проект. Должен быть проект, что мы должны делать, что мы хотим с этого города сделать. Такой проект есть. В принципе, я его так посматривал, мне он нравится. У нас другая экономика, другая страна. Ну, нельзя туда вернуться. Туда надо вернуться в то, во что можно вернуться. В чистые улицы, в исторический центр. Это можно сделать. Нормальные парки. Нормальные парки. Но для этого не надо закрывать просто город. Просто милицию заставить, полицию да, заставить ну, работать. Это да. Я своими глазами вижу, что грандиозная происходит стройка в городе. Причем на скорую руку. Да. Пытается все быстрее построить, пока переходный период. Механизма, который бьет по голове, не создано до сих пор. Надо понимать все-таки, что останавливает, что не останавливает. Это большой же объем работы, который надо понять и осознать. И у меня большая просьба меня подключить к сайту «Свалки нет», потому что я хочу организовать перечень свалок на северной я стороне. Я тебя только что подключил. Уже, да? И уже на свалке. Ну чего, давай, военная история. Да, я отвечаю не только за Малахов курган, я отвечаю за военно-исторические проекты в том самом агентстве, которым руководит Алексей Михайлович. За военно-исторические проекты. А это много. Это вот Камчатский люнет, это Матросский бульвар, это исторический бульвар, это Синявинский сквер, это набережная. Ну, в Севастополе выбрать такое место, которое не относится к истории или к военной истории, вообще практически невозможно. Имена вот этих людей дети должны впитывать с детства. Они должны впитывать их с молоком матери, можно сказать. Поэтому, смотрите, сколько здесь гуляет детей сегодня. Представьте себе, что эти дети сегодня, завтра, послезавтра прочитают эти имена. Потом они в школе будут учить севастополеведение, будут учить историю. Оно не западает глубоко. Потом это будет все у них в крови. Это же вот самое главное, в конце концов. Мы для чего это делаем? Мы что делаем для них? Для них. Здесь, правда, необычная земля. Здесь же, вот, если ты знаешь, особенно, что вот на этом месте, когда происходило, главное, что люди необычные. Поставлены очень жесткие обстоятельства, которые принимали непростые решения, которые можно уважать. Если ты понимаешь, ты там переходишь 200 метров, а тут уже вот, вот это было. И вот когда это все время, ну, ты понимаешь, что ты ходишь по истории просто. То есть любой неретушированный кусок стенки довоенный, его очень легко узнать в Севастополе.
То есть так везде. Если вы просто хотите сразу сказать, это до войны было или после войны, вам достаточно просто посмотреть и сказать, да, это до войны. Того, что пережило две обороны, в Севастополе очень мало. Вот это одно из зданий. Вентиляционная шахта бывшей морской библиотеки, ну, выглядела она вот таким образом, сама библиотека. Видите, здесь сфинксы такие египетские. После обороны, после того, как союзники заняли южную часть города, они эти сфинксы уперли, они до сих пор в доме инвалидов стоят. Так и не вернули паразиты. Первая связь между кораблями радио была установлена здесь, на Черноморском флоте, в истории человечества. Так сказать, боевое применение радио. Глубоко выдвинувшись в море и пригнувшись к воде, как хищный зверь, лежит двухъярусная константиновская батарея. Настоящая сторожевая собака. О, посмотрите, красиво же. Очень интересные слова, вот начертаны, которые приказ перед Синопским сражением, в отсутствии очень слабой коммуникации между кораблями, приказ по эскадре. В случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я немедленно его атакую, будучи абсолютно уверен, что каждый из вас сделает свое дело. Смотрите, какая историческая перебивка. Во время второго штурма, здесь вот в декабре шли очень жестокие бои, тоже колебалась линия фронта туда-сюда. Вот, ну, здесь понятно, hand-to-hand, потому что техника сюда не проходит, здесь холм. И пуля попала в сердце Хрулева, в смысле памятнику. Вот, посмотрите. Конкретно здесь, конкретно по этой лестнице. Наклонив голову, шагом резким, шел Врангель в черной черкеске. Город бросили, на мало голо. Лодка шестивесельная стоит у мола. И над белым тленом, как от пули падающей, на оба колена упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул. Ваше превосходительство, грести, грести. И все. Началось новое время. С этого момента самого. Вот с этого места. Бухта. Севастопольская бухта. Красота невероятная. Да она совершенно уникальная. Совершенно уникальная. 8 километров вглубь береговой линии. Такого больше нигде нет. И хорошие глубины, и высокие берега. И высокие берега могут прямо у кромки берега. И вообще мало в мире, где есть такие бухты. Но предназначение этой бухты, оно может быть многовекторным, но все-таки основное – это база для военно-морского флота. И для хорошо для военно-морского флота России, а не каких-либо других государств. И это принципиальная совершенно вещь. Потому что вся циркумпантийская зона контролируется, то есть вокруг Черного моря, если мы стоим в этой бухте. Если мы не стоим в этой бухте, то нас нет на Черном море. Тогда, извините, за что мы воевали? Ушаков – это вообще наш, как говорится, кумир. Да и Нахимов, и Корнилов, да все генералы, конечно. Мы понимаем, что они погибли ранее в возрасте, но они погибли так, что мы до сих пор их помним. И как же так? Отстаивайте Севастополь, ну вот мы его отстояли, у нас его нет. Понимаете? И когда это все рвануло, с удовольствием. Вот. И мы не думали, что так, в принципе, самая главная задача была никого не убить. Понимаете? Крым – это, конечно, историческое событие. Это как бы история уже. Вот, понимаете, взять или там вернуть Крым бескровно – это вообще счастье просто. И я надеюсь, что больше никто никогда его не отдаст никому. Понимаете? Когда говорят о том, что в Севастополе изменилась российская история, я думаю, это преуменьшение. В Севастополе изменилась мировая история. Вот сейчас, в феврале и в марте, изменилась мировая история. В данном случае не история с нами что-то там делает, играет, не играет. Нет, мы делаем эту историю. И мы делаем ее такой, какой она должна быть. То есть это наше право и наша правда. Когда спрашивают, что вот этот патриотизм, слова о родине, там, о долге и так далее. Вы что, серьезно это все? Ну, а как можно несерьезно об этом говорить? А если ты на этот вопрос ответить не можешь, то, может, тогда лучше приехать в Севастополь и посмотреть на нас.